Клуб «Молодой политик» функционирует с 2009 года. За это время обучение прошли порядка 1000 студентов. В этом году среди учебных заведений и рабочей молодежи города отобрано 40 участников. В текущем году было проведено несколько этапов, то есть первое – это объявление о наборе в клуб «Молодой политик», далее было проведено собеседование с участием членов комиссии, и на сегодняшний день уже сформирован клуб «Молодой политик», в рамках которого проводятся различные обучения. Обучение ведется по направлениям ораторское искусство, международные отношения, политология, журналистика и бизнес. Клуб нацелен на повышение уровня политической грамотности, подготовку и развитие лидерского потенциала среди молодежи Кокшетау. Студенческая жизнь, я считаю, должна быть насыщена разными другими интересами нашими, не только учебой. Во-вторых, я вообще планировала поступать на международные отношения, то есть политика меня интересует в основном. Поэтому это тоже являлось одним из факторов, почему я сюда пришла. После 6 месяцев обучения участники разработают и защитят свои проекты. По завершении обучения получат сертификаты и рекомендательные письма для дальнейшего трудоустройства. Зарина Беккалиева, Бауржан Смагулов, Тидар Умерзак, Кокши Акпарат.